Великолепно, то понимаете, наш персонаж настолько крутой, что к нему сразу подбегают какие-то моники, начинают знакомиться, как бы, да отстаньте, как бы, мой персонаж Артур, вот этот, пирожка, он гей. Вашему вниманию хочу представить канал Хатика Гейм Channel. На его канале парень выкладывает различные игровые ролики, но не только по Сампо. Кроме Сампо на канале присутствуют такие игры, как Пятница 13, Depp, Rocket League, и в дальнейшем планируются еще новые игры и приключения. Также он часто играет с его другом, действительно интересно. Интересные ролики, которые можно посмотреть. Ссылочка на его канал будет в описании, поэтому заходите, подписывайтесь. Всем привет, друзья, с вами Бурбон, мы находимся на проекте Diamond и очередной небольшой эксперимент. Я думаю, вы уже поняли по названию, и давайте сделаем так. Если вы хотите еще видеть какие-то эксперименты, где какой-нибудь бомжик заходит на различные сервера и начинает как-либо взаимодействовать с администрацией, либо другими игроками, если вы хотите еще каких-нибудь экспериментов, то можете предложить свои предложения. Боже, предложить предложения. Хорошо, сказано, однако. Так вот, если у вас действительно есть предложение, вы можете написать о них в комментариях. Также, чуваки, вы же помните про нашу традицию? Но я уверен, что помните, а если кто-то не помнит, можете посмотреть прошлый ролик, там все подробно рассказано, поэтому давайте не отходить от традиции, и вы знаете, что делать. Ведь знаете, да? Ведь этот палец так и хочет, чтобы на него нажали. О, да. Возможно, кому-то уже надоели эксперименты, но я стараюсь упускать их не очень часто, чтобы они не прям каждый день подряд были одни эксперименты. И сегодня мы будем сами писать администрации о том, что мы нарушаем правила проекта. Гениально, лучше не видел. Это же лучшее, что могло прийти в голову человеку. Сейчас я играю с читом, но я нашел Клео, которая не будет мешать другим людям. В общем, как вы можете заметить, сейчас я бегу и не устаю. И это Клео бесконечный бег. Опять же, хотел бы еще раз сказать, что читы это плохо, и с читами играть не нужно. Я хочу просто посмотреть на такую небольшую реакцию от администраторов. То есть, как они отреагируют на то, что я им напишу о том, что у меня читы. Забаньте меня. Либо наоборот, я спрошу, типа, а бесконечный бег, короче, сейчас мы с этим разберемся. И я ни в коем случае никого не хочу призывать играть с читами. После того, как я засниму этот ролик, я удаляю этот Клео и даже не... Поэтому с читами лучше не играйте. Никаких ссылочек на читы нету. Лучше смотрите ролики Бурбона. Так вот, давайте... Окей, нажимаем окей. Я просто написал. Я скачать... Написал скачать, не скачал. Сколько времени я спал и наконец-то пробудился. Как можно быть таким ослом? Даже если мы посмотрим на клавиатуру, как можно было ошибиться и вместо L написать T и мягкий знак. Как можно быть таким летсплейщиком? Я скачать бесконечный бег Клео с форума Даймонда. Оно же разрешено. И сейчас мы посмотрим. Мы особо сейчас нет. А интересно, это все, что они скажут, либо забанят меня? Ну, типа, давайте, окей, немножко сейчас пробежимся. И, то есть, по сути, сейчас я признался, по идее, за мной сейчас должны следить. То есть, я, получается, сообщил о том, что у меня сейчас Клео на бесконечный бег. И за мной сейчас должны следить люди и, наверное, забанить меня, потому что это нарушение правил сервера, ведь оно запрещено. Нам сейчас сам Лео Грин, вроде бы так читается его никнейм, написал. Но пока что бана я не получаю, и все вроде как нормально. То есть, вот, я бегу до сих пор. То есть, мне просто написал один администратор и больше ничего. Кстати, играю я под ником Артур Пирожка, типа, не спрашивайте почему, просто так вот захотелось. Давайте просто напрямую спросим, а если сейчас играю с бесконечным бегом, я буду забанен? И то есть, а посмотрим сейчас, да, окей, Александр Усков, он меня уже банил, да, ну вот, три администратора мне написало, то есть, что я буду забанен, ну вот, мы пока что бегаем с бесконечным бегом. Вероятнее всего, я написал Бубу, я не хотел с ошибками писать, это так серьезно получилось, потому что быстро что-то строчил и все. Любитель построчить. Вот это, конечно, шутки у меня смешные. Но смешные ведь, да? Короче, я вроде как бегу. Мне кажется, что если я уже бежал бы без этого Клео и, по сути, уже полностью выдохся, но нет, я бегу пока что без остановки. Мне три администратора ответило. И где тут логика? Я спрашиваю, а если я сейчас играю с бесконечным бегом? Я Бубу, ну, Бубу, окей, я Бубу забанен?
Мне ответил Александр, Сергей, Микки, то есть три администратора о том, что я буду забанен. Я продолжаю бежать. У меня сейчас, правда, какая-то ошибка клиента выпала, но это никак не связано с админами. И то есть какого черта? И я уверен, что найдутся люди, которые скажут: вот, ты используешь читы, а тебя не банят. Типа, вот, ты подстрекаешь на использование читов. Чуваки, вы немножко не правы. От того, что меня не банят, это вопрос не ко мне, это вопрос к администрации. Потому что я сам сказал, что вот, а если я сейчас играю с бесконечным бегом? То есть я даже не спросил, а если я буду играть? Я спросил, я уже играю с бесконечным бегом, я буду забанен? Три администратора отвечают мне да, а бан я не получаю. Вот почему у меня такое предчувствие, что когда мы пойдем играть на Сапфир, сегодня будет Сапфир, мы там тоже попробуем, меня забанят. Потому что на Сапфире, как я понимаю, там администрация действительно жестко стоит за игроками. И когда я проводил различные эксперименты, меня там всегда банили. К делу, без дела, просто банили. Наконец-то! Наконец-то мне дали бан на 5 дней! Чуваки, меня забанили. Меня забанил сейчас маэстро за то, что я читер на 20 дней. И понимаете, все эти клео находятся в открытом доступе. Я ни для кого Америку не открываю. Те, кто их хочет скачать, они уже скачали. Я просто помогаю, наоборот, проекту, чтобы, возможно, какой-нибудь админ посмотрел мой ролик и, возможно, более серьезно стал относиться к своей работе. Возможно, если вы являетесь вообще администратором, скиньте мой ролик комфу, чтобы, ну как бы, ну следино, но я в открытую написал о том, что я играю с бесконечным бегом. Три админа ответило, я не понимаю, как это работает. Ведь ответили мне администраторы о том, что да, типа, забаним. Только где бан? Я уже бегу сколько? На протяжении нескольких минут. Ладно, давайте сменим сервер. Типа, Эмирант, можем тут играть с бесконечным бегом и все. И опять же, винить нужно не меня за то, что я играю сейчас с Клео. Ой, да-да-да, как всегда, тупой бурбон. Винить нужно админов, а ты тут не виноват. Ой, ты просто знаешь, кто ты. Ты лох. Трусым горох. А винить нужно админов, потому что я об этом им сказал. Они мне даже просто проигнорили. Ну, ладно, идем дальше. Вот он, Тринян, ты давайте сначала спросим, стой. Мне уже что-то... Давай, что такое, Моника? Мне пишет Го дружить. Почему мне кажется, что это парень Го? Давайте будем играть гея-бомжа. Типа, я Моника. Я уверен, что этот чувак сейчас хочет меня потроллить. Типа, ну как затроллить гея? А, насрать бабе в... Ладно, неважно, это... Ну, забейте. Великолепно, то понимаете, наш персонаж настолько крутой, что к нему сразу подбегают какие-то Моники, начинают знакомиться, как бы, да отстаньте, как бы, мой персонаж Артур, вот этот пирожка, он гей, то есть не нравятся ему девушки, ну что поделаешь, ну такой вот он бомжик, посмотрите на него, ну ведь у него даже шапочка такая разноцветная, типа как растаманская, конечно, это не важно, это просто цвета радуги, хоть там нету нескольких цветов из этой радуги, но это не важно, это специальная радуга, которая сам цветет и пахнет. Я хотел вам писать, я скачал с форума Даймонда бесконечный бег Клео, все пишут, что оно в игре запрещено, и я играю. Что делать? Вот, дает преимущество, удаляйте. А если я не буду удалять? Меня забанят за это? Вот, я пишу на Джейсона. Джейсон, я не хочу удалять его. Можно я с ним поиграю? И вот мы сейчас вот бежим. То есть нет. В смысле нет, Моника? Я вообще не с тобой разговаривал. Вот почему женщины любят вмешиваться в разговор? Я разговариваю с мужиком. Мой персонаж разговаривает с персонажем. Он гей. Может, ему просто Джейсон понравился. Чего? Какая-то Моника вылезает в разговор, начинает писать «нет». «Джейсон, ответь мне, какого черта ты сначала мне пишешь развернуто, типа запрещено?» Вот, он мне ответил «запрещен». Вот, я отвечаю, но я сейчас играю с ним, и меня никто не банит. Вы вруны, что ли? Я знаю, что «банит» пишется через «и», типа вот это уже было сделано специально. «Если не удалите сейчас же, то забаним». «Окей, мне угрозили». Но давайте мы просто бежим дальше. То есть уже поступила угроза от Моники. Ё-моё, тебе не стыдно вообще угрожать бедному бомжику, который всего лишь, ну, скачал он Клео? Ладно, это шутка, конечно, я понимаю, что меня должны забанить. Я хочу, чтобы меня забанили. Типа, в этом и суть ролика, что я хочу, чтобы меня забанили. Уже второй сервер, ну, она пишет, если не удалите сейчас же, то забаним. Но я вроде как не удалил сейчас же. Ладно, давайте просто ва-банк идем. Давайте, я написал. Ладно, баньте, я удалять его не буду. И давайте посмотрим, прилетит мне сейчас там бан, либо вар, нет, где-то чит за это бан дается там на, не знаю, может на 6 дней мне дадут сейчас бан или нет. Так вот, ну я же сейчас вот явно понюсь, ну как понюсь, то есть вот я бегу и не устаю, и не знаю, сможет мне прилететь бан,
Или нет? И тут получается один вывод. Моника, зачем ты обманываешь бедного бомжа? Ну серьезно, тебе вообще не стыдно? Там сидит какая-нибудь девушка, которой там больше 18 лет. Она играет самп, и с ней начинает разговаривать бомжи. Говорит, ладно, баньте, типа, я играю с читами, то есть Канео. И бана не прилетает. В общем, я в открытую написал администрации, что играю, получается, с вот этим бесконечным бегом. Даже сказал, что ладно, баньте, я удалять его не буду, но меня не забанят. И где администрация, которая хорошо должна справляться со своей работой? То есть мы видим, что она не занята чем-то другим, потому что она мне в репорт уже отвечала. Два человека, это Джейсон и Моника. Но как бы дело до бана доходит, они не могут забанить, что ли? Или они имеют, если маленький левел, так напишите, чтобы меня забанили, потому что у вас же должен быть фрапс. То есть вот, ну уже было можно заметить, как я долго бегу, и ни разу. То есть вот я остановился, нет никакой отдышки. Ну, серьезно. Короче, Тринлик — это второй сервер, где мы тоже не были забанены. Прикольно. Мы находимся на Сапфире, и почему-то у меня такое предчувствие, что сейчас меня забанят, потому что тут администрация какая-то жесткая, по крайней мере, когда я до этого тут устраивал свои различные пранки вот эти вот самперские. Вот, давайте просто начнем по стандарту с вопроса, который я уже задавал, и не удивлюсь, если просто не бам, прилетает сразу бан за то, что типа в репорт написал что-то. Так вот, я спросил, я скачать, опять скачать, почему скачать, я же писал скачал. Ладно, я скачать с форума Даймонда Клео на бесконечный бег, это разрешено, мне Винни ответил, что запрещено. Но так забань меня, я же нарушаю правила проекта. Либо за это можно не банить. То есть вот так вот, ну, по крайней мере, мне Виньям ответил, то есть больше ответов, как я понимаю, не будет. И я такой пишу, блин, Виньям, я не хочу его удалять, что мне делать? И давайте посмотрим. О, он не отвечал, удалите или получите бан. Так, ну вот, короче, я пока что с ним бегаю, бан пока я еще не получил. И давайте сейчас пройдет секунд 20, чтобы я в репорт еще смог написать что-либо. И напишем ему, что нет, не удалю. Все, я написал, ладно, баньте, удалять его не хочу я. И давайте посмотрим, прилетит мне сейчас бан на Тринике, точно то же самое я написал, и бана я не получил. И то есть как-то будет немножко глупо, если меня сейчас забанят. Они полностью правильно сделают, я с ними буду согласен, то что да, понимаете, меня забанили. А почему на Тринанте? Да, вот я и говорю, что Сапфир, если, короче, я сделал вывод. Если вы хотите играть на сервере, где администрация действительно хорошо следит, Вильям Смит, привет тебе большое и спасибо, что забанил меня, потому что я действительно нарушил правила сервера, и ты поступил так, как нужно, то есть ты сделал все то же самое, как и должен был сделать. Только какого черта на проекте Тринант, где, по идее, точно такой же мод, такая же должна быть администрация равноправная, то есть честная к игрокам, она также должна относиться. Меня не забанили, хотя я тоже в открытую писал точно то же самое. И получается какой-то парадокс. На одном сервере мы играем с этим Клео, нас не банят, на другом мы играем, нас банят. И где логика, если проект один и тот же? Попробуем пойти на Эмбер. И, чуваки, давайте тут напишем администрации. И, как я понял, это первый сервер, где мне вообще просто никто не ответит. Может, им просто вопросы не поняли, то, что им сказал, а не скачал? Ну, давайте исправим. Мы написали то же самое, посмотрим, ответит ли нам администрация. Мне Даниэль пишет, что нет. Ну, так вот, может быть, он просто сейчас за мной понаблюдает и видит, что у меня бесконечный бег. То есть, вот мы останавливаемся, уже пробежали довольно-таки много. И вот, отдышки нет никакой, но ведь оно же палится, по идее. Ну, значит, он не смотрел за мной. Вот я пишу «Даниэль». Ой, я написал с маленькой буквы, извиняюсь, реально не хотел. Просто, опять же, пишу быстро. Так вот, я ему пишу, а что если я не хочу его удалять? Можно с ним играть? Нет. Так, ну вот, если с ним нельзя играть, а я играю, то значит, должно быть какое-либо наказание. Но ведь ты же можешь сейчас наблюдать за мной. Ты видишь, что я бегу, но уже довольно-таки, ну, наверное, долго. Я бы уже, наверное, бежал бы медленнее. Но сейчас давайте еще пару метров пробежим и резко остановимся. То есть, чтобы он увидел, что нету отдышки. То есть, потому что кому-то долго пробежали, даже если мы и быстро бежали, мы останавливаемся, у нас появляется такая дышка. Я думаю, вы сами о ней знаете, но тут такого нету. И сейчас мы врубаем такого вот дебила, который начинает всех бесить, но я с ним играю, а меня все равно никто не банит. Значит, оно разрешено, и в принципе это логично. Мне пишут, что оно запрещено, и если оно запрещено, то, наверное, за него какое-то должно быть наказание, но наказания никакого нет. То есть, мы даже сейчас сами, то есть, если в одном из прошлых роликов я просил игроков, чтобы они написали администрации о том, что я читерю. Тут я уже сам пишу администрации, что я играю с Клео, который, по сути, запрещен. В открытую пишу, не как-то там. А вот что, если я буду играть с таким-то Клео? Нет, я пишу, что я уже с ним играю. Но даже администрация не проверяет. Если просто они выделили бы минуту, наверное, очень своего драгоценного времени. Хотя что они должны делать? Банить нарушителей. Так вроде как я нарушитель. Так что они должны делать? Банить меня. Но времени у них нету, как говорят немногие. Что вот, просто администрация очень сильно занята. Так чем она занята? Она и должна банить.
забанить нарушителей. А я сейчас инициировал то, что я нарушитель. И то есть, как вы понимаете, любой человек сейчас может зайти на Diamond и просто бежать с бесконечным бегом, то есть, опять же, иметь преимущество в игре, а за это ему ничего не будет. Как бы я написал администрации, меня опять же проигнорили. И мы посмотрели 4 сервера. На одном из них меня забанили, но на 3 серверах я остался безнаказанным, используя читы. И разве это нормально? Разве это хороший результат? Ладно, если бы еще не забанили на 3, но на одном не забанили. Но разве 25% из того, что я проверил, то есть 4 сервера, если мы переводим это в проценты, то получается вероятность того, что меня забанят на проекте Diamond за то, что я использую такое клео, которое по сути запрещено, равняется 25%. Но, по-моему, такая себе статистика. И это, опять же, довольно-таки хреново. Поэтому, чуваки, не используйте читы, серьезно. Хотя я наглядно показал, что администрации насрать, что люди играют с читами, хоть и мелкими, но все же. Ведь это нарушение. Эй, в открытую сказал всем админам. Только на Сапфире меня забанили. Вот на Сапфире действительно молодцы люди. А, тут как бы такое себе. То есть уже нарушаем правила сервера, то есть пишем капсом. Но потому что я спросил нормально, то есть без капса, то есть хотя бы нормально обратился в репорт, меня просто проигнорили. Сейчас запишу, эй, я с бесконечным бегом играю, может забаните меня? Давайте хотя бы сейчас меня забаните. Потому что до этого, когда я нормально писал, ну никто меня не банил. Они в любом случае меня могут забанить, потому что в любом случае, даже если я не играю с этим читом, это тогда обман администрации. А за обман администрации тоже выдает бан, потому что я обманул ее, если написал, что не играю с читами. Поэтому они смело могут банить любого человека, если он говорит, типа, я играю с Клео, забаньте меня. Даже если начинает троллить. Вот, понимаете, никакого результата, просто капсу написал в репорт, никто даже не ответил. Что это за говно? Великолепный результат, друзья. На этом все. Всем пока.